В мире существует 5 главных анимационных фестивалей. Во французском Аннеси, в португальском Эшпиньо, в Хиросиме в Японии, в хорватском Загребе в эту же категорию входит наш фестиваль «Крок». Попадая на фестиваль, фильм вступает в борьбу. Это борьба непримиримая. На «Кроке» 2005 года на главный приз было выдвинуто 2 фильма. Авторский фильм русского режиссера Ковалева «Молоко» и немецкий «Умереть от любви». Все жюри, а это были знаменитые режиссеры из Америки, Франции, Великобритании, стояло за «Умереть от любви». А Юрий Нарштейн бился за «Молоко». Начался скандал. Я был председателем жюри. Я был категорически настроен на то, что этот фильм гран-при. Потому что фильм Ковалева открывает нам новые тайны мультипликации. Я заставил даже пойти пересмотреть и тот, и другой фильм. Перед этим говорю: принесите нам коньячку, такие вопросы на трезвую голову не могут решаться. Я волево передавил жюри на голосование, они согласились со мной. Между прочим, фильм «Молоко» получил в Сеуле гран-при. Так что я не ошибся. Сейчас делают фильмы, как это называется, фестивальные. Никто не думает об обычном зрителе. Фильмы делаются фестивальные, сами для себя. Фильм «Шинель», над которым Юрий Нарштейн работает уже больше 30 лет, стал нарицательным для авторского кино. За время изготовления «Шинели» ее первые целлулоидные персонажи успели истлеть. 30 лет делать вот этого своего Башмачкина, это мне недоступно. Это выше моего понимания. Мне было бы скучно. Я за авторскую анимацию. Пусть она никому не нужна, пусть ее никто не видит, и что это пятнышки, черточки, которые нужны автору. Но если они сделаны искренне, с любовью и с желанием искренне с кем-то поделиться своими муками или радостями, это больше имеет право на существование, чем тиражи просто бессмысленности. Для продюсера на первом месте стоит зритель. Кино должно нравиться публике и быстро окупаться. Можно нас обвинить в недостатке таланта или что-то еще. С вашей точки зрения не получился фильм. Ну, так и что ж, бывает. И даже часто бывает. Кино сделать трудно хорошее. «Шинель» не нужно доделывать по соображениям продюсерским. Фильм незаконченным вошел в список лучших фильмов всех времен и народов. Так что пока он не доделан, он легенда. Вопрос очень интересный. Я не хочу, чтобы он оставался легендой. Я хочу сам увидеть, как вот эти чиновники, которые здесь лежат на столе, как между ними начнется игра. У меня абсолютно детский зоопарковый интерес. Я достаточно хорошо знаю зрителей. Я знаю аудиторию, знаю это всегда и знала давно. Потому что я ее изучала, мне было интересно. Я не понимаю, что делают наши сегодняшние. И почему это авторское идет, так сказать, без конца авторские дела. Почему идет только взрослая мультипликация, которая, извините меня, в общем, нужна очень малому количеству лиц.
сама обстановка вопроса – это достаточно пошлое измерение. Понимаете, я делаю для зрителя. Какие зрители? Где? Кто? Где тот конкретный зритель, кого ты имеешь в виду, когда ты делаешь? А что, поэт, когда пишет стихи, он только имеет в виду зрителя? Или автор, который пишет роман, он только имеет в виду читателя? Пока этот роман нужен только ему самому. И поэтому, когда ты делаешь фильм, ты прежде всего делаешь для себя. Если это фильм настоящий. Сказка сказок. Чувствую, не туда я иду, не туда. А делать фильм надо вот так. Но это не сходится с планом и с тем, что написано в сценарии. Но фильм все равно был сделан. А если бы я работал бы в условиях продюсерских, то черта с два он мне дал бы возможность. Он бы прекратил, посчитав убытки, ему было бы выгоднее прекратить фильм, чем продолжать его с неизвестным результатом. Вот такова Селяви. Рынок и искусство – несочетаемые вещи. Прежде чем стать продюсерской, наша мультипликация прошла большой путь развития. В первые годы 20 века она родилась как эксперимент. Первых русских мультипликаторов Алексеева и Старевича эксперимент интересовал куда больше, чем зритель. В поисках новых форм Старевич и Алексеев изобретали мультстанки – материалы и вырабатывали приемы, которые позднее стали основой советской мультипликационной школы. Булавочный экран Алексеева до сих пор считается одним из самых удивительных открытий в анимации. Потом, когда началось производство фильмов а-ля Дисней, наша анимация стала зрительской. В 50-е годы авторской и фестивальной. Теперь киноведы делят ее на коммерческую и элитарную. Положение мультипликации сейчас очень сложное. На нашей студии все это как-то потихоньку замирает. Смотрите-ка, вот мы увидели «Щелкунчик», который сделала Таня Ильина. Ну, вроде, огромный труд. Все это, понимаете ли, и работа художника, все это. Но фильм какой-то, ну, я бы не назвал бы его очень уж удачным и интересным. Но он, в общем-то, имел прокат, конечно. Потом вот это вот «Туганов змей», я его тоже видел. Тоже фильм, по-моему, не очень интересный. Даже сценарии к фильмам теперь у нас пишутся по примеру американских блокбастеров. Фильм «Алеша Попович и Тугарин змей» полон типично голливудских шуток, да и персонажи его стандартно голливудские. Ну чё, уставились? Вся эта новая цветная мерзость перекрыла, собственно, художественность. Художественность всегда требует упорядоченности. Художественность – это отбор. А когда нет вкуса и отбора, тогда бросают на весы все самое дорогое, все, чтобы выглядело богаче, комфортнее, ну и прочее, прочее. Это все банально. Наш принц опять опаздывает. Принц чуть-чуть задержался. Я должен сказать, что когда я работал в условиях Плада на «Союзмультфильме», когда мне не нужно было думать, где доставать деньги, когда тебе государство регулярно платило зарплату,
то я должен сказать, работа шла легче. Ты не был обременен этой непосильной задачей найти деньги. А сейчас, и да, и ты был целиком поглощен, собственно, творчеством. По вечерам ежик ходил к медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды медвежонка, а слева ежика. Понимаете, многие заорали, чепчики бросали вверх, когда вот-вот теперь свобода, свобода, свобода. И не подумав о том, что цензура денежная гораздо более омерзительная даже, чем цензура политическая. Псих. Это стало как бы главной составляющей моей жизни для того, чтобы найти деньги для проекта. Проекта, чтобы кормить людей, чтобы каждый месяц платить зарплату. Это для меня стало одной из главных. Но я не жалуюсь, потому что без свободы нет ответственности. Мы обрели свободу, за свободу надо платить. Вот мы и платим. Ищем деньги, чтобы платить за свою свободу. Но это же не свобода, извините. Это что-то другое. Свобода – это тогда, когда человек способен ориентироваться в пространстве за счет тех знаний, которые он получил в результате своей жизни. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. Я думаю, что вот те герои наших союзмультфильмовских фильмов вот такие и нужны нашим детям сейчас. Которые несут добрые, которые, понимаете, в чем дело? Которые закладывают самые лучшие качества будущего человека. И все это было в наших классических союзмультфильмовских фильмах. Куда идем мы с Горточком? Большой, большой секрет! И не расскажем мы о нем, Кто знает, к лучшему или к худшему мы идем сейчас. Мы идем, остановить это невозможно. Да. У тебя есть зонтик? Зонтик? Видишь ли, я как раз подумал, а не захватит ли нам на всякий случай зонтик? От этих пчел всего можно ждать. Они ее растеряли. Я говорю, они. Государство растеряло. Государство дало мультипликацию на откуп негодяям, которые растерзали ее, разодрали по кускам. Все. Нет союзмультфильма того же. Это виновно государство прежде всего. Тут я могу говорить о этой бессмысленной, дурной политике экономической, когда на рынок облокотились и считают, что рынок – это панацея от всего. И не нужно в данном случае смотреть на Америку. У них другое развитие. У нас был свой мощный кинематограф. Единственное, что меня успокаивает, это то, что мы имеем дело с искусством, которое все равно будет... Даже через асфальт будет пробиваться. Фильм «Старик и море» принес Александру Петрову премию «Оскар». Он стоял раньше со всеми остальными призами, но как-то так мы тут переезжали. И как-то вот он здесь зацепился за эту полочку. «Старик и море» снят на канадские деньги. Не знаю, насколько это обидно для национального самосознания. Понимаете, тут все очень просто. Если ему здесь не давали деньги, то почему он не должен пользоваться канадскими деньгами? В этом смысле искусство должно быть космополитичным. I should not have gone out so far, fish. I'm sorry. Thank you.
Необычайная техника изготовления мультфильма, особый взгляд художника на предмет окупились здесь не только финансово, но и получили мировое признание. Готовился уступить место голландцу Полу Дрисону почему-то. Думал я, что ему дадут награду и что я ему буду мешать. Sorry, I don't speak English. Thank you very much. I'm very proud, very happy. Thanks to member of Academy for your choice. Спасибо большое. До свидания. Thank you. После Оскара мне стали помогать, и благодаря ему у меня сейчас эта студия достаточно просторная, и не только для меня одного. Сейчас уже есть как бы возможность здесь учить, работать других художников, других молодых энтузиастов. И есть, мне кажется, сейчас очень такое приятное исключение. Это студия Татарского, которая делает большой сериал «Гора самоцветов». Сказок много. И каждая, как прекрасный камень, самоцвет. Там собрана вот эта инородная мудрость разных, понимаете ли, народов, которые проживают в России. Все это очень самобытно, все очень оригинально. Отсюда и успех этого сериала. В пику нынешним развлекательным проектам «Гора самоцветов» задумана как проект патриотический и даже, если хотите, в чем-то идеологический. То, чего нам так недостает. В какой-то момент жизни, когда мы понимаем, что творится в стране, когда идет такая, хотел сказать, вялотекущая война, но не очень-то она и вялотекущая, когда на официальных сайтах официальных организаций можно почитать, что у нас не менее 200 взрывоопасных еще точек межэтнических конфликтов в стране, когда мы видим, что в мире происходит. Мне вдруг показалось это очень важным и необходимым, и своевременным. Сделать сказки народов, живущих в России. «Сказки народов России». 52 сказки. Я думаю, что сегодня более сильного и в эстетическом плане, в художественном, и в драматургическом, и в просветительском мы проекта не найдем. Мы живем в России. Наш герб – двуглавый орел, могучий и гордый. Флаг России трехцветный – белый, синий, красный. Столица России – Москва. С помощью заставки мы рассказываем десятки раз, какой у нас герб и флаг. И были люди, которые спросили, а для чего так часто? Хотите, я вас развеселю? Мы недавно получили за эти фильмы «Золотого орла». У него перья на крыле покрашены в 3 цвета русского флага. Те, кто красил, знают, как выглядит русский флаг или нет? Он ошибся и ровно сделал то, что делает все. Наоборот, я рисовал. Красно-сине-белый флаг, а не белый-сине-красный. Ну, как тебе Россия? Благородную задачу поставил Татарский и выполняет ее. Собрал под свои знамена мультипликаторов и режиссеров и делает огромный проект. Честь ему и хвала. Че, замечательно? Молодец. Молодец. Не все ровно там. Я смотрю, отсматриваю по Первому каналу фильм. Есть очень удачные фильмы, есть менее удачные. Ну, это не может быть одинакового уровня. Ну, в принципе, молодцы, что можно сказать. Авторы провели исследование, каким кино интересуется аудитория от 3 до 7, что волнует зрителей от 7 до 12. Проект стал лабораторией по изучению ребенка как зрителя. Вот когда художник начинает делать что-то в угоду зрителю, да,
спрашивал зрителя, что ты желаешь? Это, а эти, это, он никогда не попадет в цель. Это кажется. Это вроде бы очень легко. Выйти на площадь, спросить, господа, чего изволите? Господа скажут, чего изволим? И сделать им это. А? Нет. Это не ресторан. Тут другие алгоритмы. И попытка угодить, как правило, кончается ничем. Дети не знают, чего они хотят. Дети хотят то, что, к чему их приучают. Они как пластилин. Если детям показывают гонщика спиди, покемонов и прочую мишуру, они думают, что это хорошо, и ровно этого и хотят. Мы должны еще, помимо всего прочего, еще заниматься важным делом. Формирование хорошего художественного вкуса. Должно воспитывать, не должно воспитывать. Цветок вырос. Любуйтесь, сорвите, может быть, полейте, может быть, понюхайте. Не понравился вам запах, может быть. Ну, это вырос цветок, ну что вы к нему? Что он вам должен, этот цветок? Красив он и прекрасно. Кажется, он вам немножко колючим или недостаточно ярким и красивым. Ну, что ж, нет вот такой уж там вины какой-то. Ничего он вам был не должен. Ну, таким вырос. Удача горы самоцветов доказала. При правильном подходе любой проект может стать коммерчески выгодным. Главное его оригинальность, и чтобы авторы не боялись рисковать. Сегодня и нет этих поисковых фильмов, нет этих фильмов, нет этого фильма «Риск». А должен быть фильм «Риск». И должно быть на риск определенное количество денег дано. В этом смысле, должен сказать, государственная система идеальна. Говорят, что на студии «Союз мультфильм» хранится архив фильмов, которые никогда не показывались по телевидению и в кино. Если эти фильмы найти, они могут стать хорошим продюсерским проектом, который принесет студии выгоду и даст возможность работать над следующими картинами. Это, я думаю... Как эксперимент, то, что сейчас делается, интересно. Но вообще современному человеку трудно будет воспринимать эти фильмы. Мы живем в других ритмах, в других красках. В этих фильмах нужно многое менять. Сделать тоньше контуры персонажей, по-новому озвучить. Что у наших продюсеров получится из этого проекта? Не знаю. Наша мультипликация с трудом переходит на коммерческие рельсы, в то время как аниматоры мира давно работают именно так. Английский анимационный классик Ник Парк сумел найти золотую формулу соединения авторской и коммерческой анимации. Он делает рекламу. И на деньги от нее снимает свое авторское кино. Его пластилиновые фильмы получают призы на главных фестивалях мира, но потом это авторское кино идет в кинотеатрах, и все узнают героев Ника Парка. Я не могу разделить у Ника Парка, где она коммерческая, конечно, коммерческая. Она собирает большие, он собирает большие барыши, чему можно только позавидовать, да? Она авторская, безусловно, считывается его почерк, да, во всех его фильмах. Ну и все остальные, и зрительская, и какая угодно. Она и художественная, потому что достигает того уровня, ниже которого он не опускается. Сейчас переходный период для всей анимации. Я люблю слово анимация, не очень люблю мультипликацию. Анимация все-таки анима, душа. У меня все-таки представление о том, что мы занимаемся не мультиплицированием, не умножением, а одушевлением изображения. Вся анимация переживает это сейчас период поисков. Может быть, это хорошо? Замечательно, что нам есть где искать.
впереди еще столько новых. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.